3 апреля 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению окруженной группы немецких войск восточнее Гданьска и заняли 6 населенных пунктов. Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление по южному берегу Дуная, овладели городом и важным узлом дорог Мадьяр-Авар. Совместно с румынскими войсками с боями заняли город и железнодорожную станцию Кремница. Войска 3-го Украинского фронта в результате наступления танковых соединений и пехоты овладели на территории Австрии промышленным городом и крупным железнодорожным узлом Виннер-Нойштадт. За 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника.